Настраивайся на совершенствование твоего тела. Выровни дыхание. Дыхание через нос, медленное, глубокое. Так все занятие. Четыре круговых движения головы в одну сторону. Концентрация на шейном отделе позвоночника и четыре круговых движения в другую сторону. Плечевые вращения. Четыре вращения назад и четыре вращения вперед. Прямые руки назад. Четыре вращения. И четыре вперед. На лице улыбка. Четыре раскрытия грудного отдела и четыре закрытия. Концентрация в той части тела, где происходит движение, и так все занятие. Скрутка вправо и скрутка влево. Так еще по три раза на каждую сторону. Взгляд назад на руку. Макушкой тянешься вверх, вытягивая позвоночник, позвонок за позвонком вверх. Вытяжение вверх, опускаешься. Так еще три раза. Вытяжение и наклон вправо. И лево. Сохраняй вытяжение позвоночника. Макушкой тянешься вверх, вытягиваешь шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника. Сохраняя вытяжение, наклоны. Итак, все занятие. Любые прогибы и наклоны делаются, сохраняя вытяжение позвоночника. Через округление наклон. Через округление подъем. Через округление наклон. Через округление подъем. Так еще два раза. Скрутка. Рука двигается через верх. Вправо скрутились. Центр и влево. Еще по три раза в каждую сторону. Скрутка вправо, рука параллельно полу, и скрутка влево, рука параллельно полу. Так еще по 7 раз на каждую сторону. Макушкой продолжаешь тянуться вверх, позвонок за позвонком. Вытягиваешь поясничный, грудной и шейный отдел позвоночника. Взгляд назад на ладонь. Шестнадцать раскрытий, закрытий грудного отдела. Стараешься раскрываться, закрываться именно в грудном отделе. Вдох раскрытия, выдох закрытия. Сближаешь лопатки, когда руки отводишь назад. Вытяжение, сохраняя вытяжение позвоночника, наклон вправо. Вытяжение, сохраняя вытяжение позвоночника влево. В общей сложности 4 наклона вправо-влево.
Сближаешь лопатки, раскрываешься. Исходное положение. Раскрываешься. Исходное положение. Восемь перекатов в одну сторону и восемь перекатов затем в другую сторону. Концентрация в той части тела, где происходит движение. Другая нога, восемь перекатов в одну сторону, затем восемь перекатов в другую сторону. Восемь вращений в колене в одну сторону, затем восемь вращений в другую. Взгляд фиксируешь на неподвижной точке на полу, чтобы было проще держать равновесие. Также допустимо придерживаться рукой об опору. Меняешь положение ног и другой ногой. Восемь вращений в одну сторону и восемь вращений в другую сторону. Четыре вращения в тазобедренном во внешнюю сторону. Затем четыре вращения в тазобедренном во внутреннюю сторону. Концентрация на тазобедренном суставе. Регулируешь амплитуду вращения и скорость по своим ощущениям. На другую ногу во внешнюю сторону. Четыре вращения. Затем во внутреннюю. Повтор. Поменяли положение ног. Четыре вращения во внешнюю сторону в тазобедренном. И четыре вращения во внутреннюю. На другую ногу четыре вращения во внешнюю. И во внутреннюю четыре. Балетная позиция. Нога прямая, колено смотрит наружу, пятка вовнутрь, 8 подъемов прямой ноги, опорное колено также прямое. Меняешь положение ног, колено наружу, пятка вовнутрь, 8 подъемов. Меняешь положение ног, еще один подход, 8 подъемов ноги вверх, оба колена прямые. И на другую ногу. 8 подъемов. Оба колена прямые. Волновое движение. Волна вправо, волна влево. Позвонок за позвонком тянешься вправо, позвонок за позвонком тянешься влево. Ты внесла значительный вклад в свое здоровье. Благодарю тебя за внимание. Всех благ и успехов тебе!